Компания ВПК-подшипник представляет вашему вниманию шариковый, радиальный, однорядный подшипник 6001-2РС, изготовленный на заводе немецкой корпорации ФАГ в Португалии. Подшипник закрытый с обеих сторон металлическими уплотнительными кольцами. А вот и неправда, резиновыми уплотнительными кольцами. Заполнен смазкой на весь срок службы подшипника. И в дополнительной смазке не нуждается. Размеры подшипника. Внутренний диаметр 12 мм, наружный 28 мм. Высота подшипника 8 мм. Подробно об этом и других подшипниках на сайте компании, куда вы можете перейти по ссылке ниже видео. ВПК-подшипник – только оригинальный товар.